заместитель начальника Коминтерновского райотдела милиции, начальник криминальной милиции, подполковник милиции Ермола Дмитрий Анатольевич. 7 сентября в Коминтерновский отдел милиции обратилась женщина о том, что в одной из квартир по проспекту Героев Сталинграда отсутствует ее зять, ее дочка и их двухмесячный ребенок. По данному вызову была вызвана оперативно-следственная группа, которая прибыла на данный адрес. При осмотре квартиры в шкафу был обнаружен зять этой женщины, который там прятался. На вопрос данному человеку, где находится его двухмесячный ребенок, он ответил, что 3 дня назад он его потерял на южном вокзале города Харькова. При дополнительном осмотре квартиры в одном из ящиков комода был обнаружен полиэтиленовый сверток, в котором находилось тело двухмесячного ребенка, уже мертвого. На все вопросы, которые задавали этому гражданину, он говорил, что он ничего не знает, что ребенок умер, он испугался, побоялся ответственности и поэтому принял такое решение. В дальнейшем было произведено судебно-медицинское вскрытие, в ходе которого было установлено, что смерть младенца наступила от черепно-мозговой травмы и отека головного мозга. В дальнейшем, после беседы с отцом того ребенка, он признался в том, что накануне вечером, за 2 дня до этого, он, находясь в стадии алкогольного опьянения, положил ребенка на лавочку возле подъезда, в какой-то момент отвлекся, ребенок упал на землю с этой лавочки. После этого он спохватился, взял ребенка и пошел домой, уложил его спать. И утром уже, когда протрезвел, подошел к ребенку, ребенок уже был холодный. Это его такие показания. Мог вызвать скорую помощь, мог оказать сам какую-то помощь, но он этого не сделал, в результате чего ребенок умер. По данному факту открыто уголовное производство по статье 135 части 3. Гражданин судом Коминтерновского района арестован и находится в СИЗО города Харькова.